2009 Z17. Хедлайнеры сегодняшней вечеринки — это Скази 9. Они сейчас завершают, и буквально через несколько минут манекен будет зажигать прямо вот здесь. Все это главная сцена, все это Казантип, все это счастье, музыка и музыкальный инстинкт с вами. Очень много фраз сегодня. Да, на скайзиков придем обязательно. Вот твое мнение, Антон. Ну, я не знаю. Ну, судя по народу, все вроде ничего. Но так мне казалось, что в какой-то момент там было пара недовольных ребят. А так нормально. Наверняка какие-то опен-эйры были, помимо, конечно же, Казантипа. Как люди, вот этот контакт, где лучше? Ты знаешь, чутьче. Не, на самом деле везде контакт хороший, и здесь тоже. Просто, видимо, контакт лучше там внизу, на барах и где пониже артист. Когда человек танцующий может дотянуться до артиста, до диджея, притянуть ему что-нибудь попить или выпить, вот, или там сигаретку, тогда контакт лучше. Не разочаровал ли Казантип с точки зрения того, что много лет разговаривали о том, что ну почему же вот все держаки приезжают, да, вот, а Антон, например, Кобикова нету, да? Потом, когда появились уже Скайзи 9, ну почему же они не приедут сюда? Ну какое-то вот это ожидание было, с чем оно было связано? Ну это сложный политический вопрос, в двух словах не ответишь. Я могу сказать про себя, что я никогда раньше не был ни на реакторе, ни на старом Казантипе. Для меня это первый раз, и могу сказать, что я уезжаю с приятным впечатлением. Ну а ты, Антон? Ну
Ну, я могу сказать, что если как-то не складывалось, то и не складывалось. А сейчас сложилось, и я, в общем, этому рад. Поведай, как люди приняли. Отлично, ты же сам слышал, вроде поддерживали, хлопали. Я немножко, конечно, не рассчитал по трекам, что-то подзатянул. Надо было как-то более размеренно все подать. Уже не успевал даже перед Лешей. Вот. Но нормально, в целом мне, конечно, я могу сказать, что я играл только в клубах на этой штуке. Вот. На открытых площадках, конечно, это заходит еще круче. Это кто придумал, что полчаса всего ты играл? Либо это оптимально то самое время, за которое тебя люди принят. Ну, понятно, что эту музыку всю оригинальную я написал, вот. И, честно говоря, я сам специализируюсь немного на других стилях, вот. Я еще пою там и играю на разных инструментах, вот. Поэтому мы решили, что как шоу оптимальный вариант, получит свой вариант. Я думаю, ты со мной тоже согласишься. Привет, как ты? Ой, я в порядке, веселюсь. Сколько дней здесь? Уже четвертый, по-моему, если я ничего не путаю. Как правило, голос садится на четвертый день. Сегодняшняя вечеринка «Порты» на главной сцене. Кто вот из ребят больше так вот ближе к тебе? Наверное, все-таки Лист. Но так получилось, что люблю я то, что он играет. Вертушек загорелый, ни разу не сгоревший. Как настроение сегодня здесь? Конечно, хорошее. Как может быть настроение у йога? Всегда хорошее. А после коня не тяжело было? Да нет, он мой друг, чем мне тяжело. 17-й Казантип. Говорят, что он вообще не тот. Что-то поменялось вот для тебя лично в положительную сторону? Не, ну мне все нравится. Я не знаю. Вообще не тот. Ну, пусть вообще не тот, но всем нравится. Тогда Лист тоже вообще не тот. С добрым утром. Вечеринка закончилась, да. Но все прошло так, как ожидалось, либо что-то можно было изменить? Слушай, ну, есть в кругах людей, которые причастны к фордэнсу, такое устойчивое выражение, как мы делаем вечеринки, чтобы они заканчивались. Это какое-то определенное ощущение, когда действительно подходит ночь танцевальная к концу, и ты думаешь, блин, как круто, что вот так вот все прошло, и это состоялось, и вот, ну... финишная прямая какая-то, утро, рассвет, там, автопати. Да. И сегодня было именно так. Ну, тогда приятного чиллаута и встречаем рассвет здесь, на Казантипе. Yeah.